ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался автомобиль «Лада». В результате произошло лобовое столкновение. Травмы получили водитель Renault, 32-летний местный житель, и пассажирка автомобиля «Лада», жительница Республики Башкортостан. Они госпитализированы. Еще одна пассажирка «Лады» получила ушибы и ссадины. Водитель, 27-летний житель Башкортостана, не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.